Чтобы жить в Абакане стало еще комфортнее, необходимо больше средств. Речь идет о городской программе благоустройства. Ход ее реализации обсуждали за круглым столом в мэрии. За 2 года благодаря программе «Комфортная городская среда» в Абакане удалось благоустроить десятки общественных территорий. В центре и на окраинах появились парки, скверы, архитектурные композиции. Значительно преобразились и дворы, за 2 года более 70. И несмотря на то, что финансирование проекта сейчас значительно больше первоначальной суммы – 40 миллионов против 20 год назад, есть мнение, что даже этого может быть недостаточно для того, чтобы уложиться в сроки. Программа по благоустройству, напомню, рассчитана на 5 лет. У нас 764 двора, нуждающихся в благоустройстве. Но понимаете, в чем еще проблема? Сюда же при проверке не включались дома, которым 5 лет, чуть старше. А за период реализации ситуация в этих дворах однозначно, наверное, все-таки ухудшится. То есть их тоже нужно будет в какой-то степени благоустраивать.